раз заходишь, выгребаешь бабло, отваливаешь, и мы продаем Брейн этим психам из студии. Ага, понял. И не забудь, все по полной программе. Они нам еще доплатят за высокий адреналин. Окей, давай вперед. Всем лежать! На землю! Целуем пол! Живо! Деньги! Быстро! Еще секунды, и я тебя положу! Тише, тише, я... Давай! Сейчас голову тебе нахуй отстрелю! Дыши глубже. У тебя подскочили кортизол и адреналин, но софт включил гормональную блокаду. Ничего страшного, ты живее всех живых. Это было слишком. Я чувствовал боль этого чувака, напряжение и как будто надежду. И было что-то еще. Понимаю. Он наверняка чем-то закинулся. Скоро отойдешь. Я все подготовила. Переходим в режим изменения. Как так можно вообще? Отправлять копов в такой район за год до отставки? Это какой-то прикол? Скорее, смертный приговор. Лена просто сойдет с ума. Пара месяцев нет. Может быть, я вор и обманщик, но кого еще вам слушать? За кем еще следовать? Ведь вы всего лишь люди. Выгребаешь бабло, отваливаешь, и мы продаем Брейн этим психам из студии. Ага, понял. И не забудь, все по полной программе. Они нам еще доплатят за высокий адреналин. Окей, давай вперед. Всем лежать! На землю! Целуем пол! Живо! Деньги! Быстро! Еще секунды, и я тебя положу! Тише, тише, я... Давай! Сейчас голову тебе нахуй отстрелю! Дыши глубже. У тебя подскочили кортизол и адреналин, но софт включил гормональную блокаду. Это было слишком. Я чувствовал боль этого чувака, напряжение и как будто надежду. И было что-то еще. Понимаю. Он наверняка чем-то закинулся. Скоро отойдешь. Я все подготовила. Переходим в режим изменения. Как так можно вообще? Отправлять копов в такой район за год до отставки. Это какой-то прикол. Здесь что-то не так.
Ясно, Пит. Вы сами ищете спасения в домах из хрома. Выгребаешь бабло, отваливаешь, и мы продаем Брейн этим психам из студии. Ага, понял. И не забудь, все по полной программе, они нам еще доплатят за высокий адреналин. Окей, давай вперед. Всем лежать! На землю! Целуем пол, живо! Деньги! Быстро! Еще секунды, и я тебя положу! Тише, тише, я... Давай! Сейчас голову тебе нахуй отстрелю! Дыши глубже. У тебя подскочили кортизол и адреналин, но софт включил гормональную блокаду. Ничего страшного, ты живее всех живых. Это было слишком. Я чувствовал боль этого чувака, напряжение и как будто надежду. И было что-то еще. Понимаю. Он наверняка чем-то закинулся. Скоро отойдешь. Я все подготовила. Переходим в режим изменений. Можно вообще отправлять копов в такой район за год до отставки? Это какой-то прикол? Скорее, смертный приговор. Лена просто сойдет с ума. Пара месяцев в Нордсайде и пустит себе пулы. Заходишь.
Идешь, выгребаешь бабло, отваливаешь, и мы продаем Брейн этим психам из студии. Ага, понял. И не забудь, все по полной программе. Они нам еще доплатят за высокий адреналин. Окей, давай вперед. Всем лежать! На землю! Целуем пол, живо! Деньги! Быстро! Еще секунды, и я тебя положу! Тише, тише, я... Давай! Шаколу тебе нахуй отстрелю! Дыши глубже. У тебя подскочили кортизол и адреналин, но софт включил гормональную блокаду. Ничего страшного, ты живее всех живых. Это было слишком. Я чувствовал боль этого чувака, напряжение и как будто надежду. И было что-то еще. Понимаю. Он наверняка чем-то закинулся. Скоро отойдешь. Я все подготовила. Переходим в режим изменения. Отправлять копов в такой район за год до отставки. Это какой-то прикол? Скорее смертный приговор. Нет, Лена просто сойдет с ума. Теряет кибердек у друга. И дети не знают, где им искать наследие, которое оставлено ими отцами.